Сережа тут маринует мяско на обед. Сказал, что мясом должны заниматься только мужчины. Тут приправами черный перец, смесь перцев, соль, лучком. Короче, замаринуем как шашлык. Скорее бы обед. Всем здравствуйте! Сегодня 1 мая, Международный день труда, так что всех поздравляем. Вот, также, как и отмечается, день весны, день труда, так что всех с праздником. Вот, я с утра уже помыла волосы, пока Сережа сидел с Настюшей, но я не сушила еще феном, думаю, пускай так пока высохнут. Вот, сейчас готовим мяско, поставили варить рис, вот, мясо уже вовсю, вот, погодка просто шикарная, светит солнце, 2 дня вот что не ходили на улицу, блин, так вообще прям чувствуется все-таки, очень хочется на улицу, ну, не знаю, может быть, пойдем или нет. Конечно, лучше не ходить, но очень хочется. Вчера вечером, кстати, смотрела в окно с балкона. И вот где у нас вот эта вот зеленая зона, там очень много людей. Вот здесь вот жарили шашлыки и с детками, и с семьями, и с собаками. Так что, не знаю, боже, погода просто шикарная. Я сейчас открыла окно и вот вспомнила, что... Мы в прошлом году купили бассейн, большой такой, ну, каркасный, на дачу отвезли, вот. Так я думаю, в этом году обязательно поставим его. Я хочу Настюше купить купальник, может, даже себе и Настюше одинаковые, и вот в бассейне поплавать, музычку включить там, ну, как-нибудь вот так. Блин, настроение классное вообще. Хочется сегодня прям творить, делать что-то. Я уже с утра помыла Настюшин стульчик для кормления. Вымыла его весь, сняла чехол. Хорошо, вот вообще настолько удобный. Он снимается, весь моется. Так что хорошо. Вот Сережа с Настенькой, что они тут делают? Играются на фитболе, занимаются, молодцы. Правильно. Вот. Я, кстати, тоже себе хотела сразу фитбол большой, а потом думаю, ай, так, короче, не купила. Открою окно проветрить, потому что пускай... Боже, Сергей, кто поставил на увлажнитель этого мистера, мистер Нос? Села в комнате. Здесь так тихо, спокойно. Решила почитать книгу «Ваш малыш от рождения до школы». Я ее начинала читать, когда была беременная. И вот читаю про 8 месяцев. Ну, конечно, есть что почитать. Интересные есть такие... советы, но вот я то, что читаю по поводу питания, то, что в книге здесь написано, и то, что
нам говорил педиатр, ну, отличается намного. Мы уже 2 месяца не ходили в поликлинику в связи с такой ситуацией. Я с нашей медсестрой нахожусь на связи онлайн. То есть я ей пишу или по Вайберу, или она мне перезванивает, я список вопросов пишу, взвешивала тоже сама. Ну вот и, конечно, читаю по книге то, что она говорила, и то, что здесь написано, конечно, намного отличается. Вот, написано, что уже в 9 месяцев надо приучать ребенку к горшку. Мы, кстати, уже заказали горшок, придет 7 мая. Настюша уснула, а мы хотим сейчас пойти в парк. У нас здесь такой вот есть вход в парк, и туда дальше тоже такое хорошее местечко. Это экотропа. Так что, Сережа, мы пойдем по экотропе. Я сейчас на секунду подумала, как бы классно было бы сейчас в эти одуванчики нашу черепаху. Она сейчас у мамы в доме живет. У нас черепаха Чуча. И у нее, представляете, всего лишь 3 лапки. Она нормальная была, у нее было 4 лапки, но одна лапка отвалилась. А отвалилась как? Мы делали ремонт на балконе, и она заползла на балкон. То есть она у нас не в террариуме сидит, а просто вот по квартире ползает. И она заползла на балкон, и мы ее недели 2 не могли найти. Искали, обыскали все. А потом, когда нашли, она, получается, лапой запуталась в пакет. И так, так с натягом таким лапа была, что она прям почернела. Вот, я ее сразу взяла, побежала в ветлечебницу. Ветеринар посмотрел и говорит, в принципе, говорит, я могу ее сейчас чик. Но, говорит, она сама, говорит, лапа отвалится. Уже дома, пришли с улицы, нас так что-то вообще разморило. Хотели поспать, но у Насти другие планы. Хоть она на улице немножко поспала, ну, мы думали, поспит дома, но у нее вообще сна ни в одном глазу. Я закрыла руль шторы, думала, может, что солнышко светит, так хоть, ну, темнее будет, поспит, но нет. Так что сижу вот с ней здесь на полу, она ползает. Вот, пойти что ли кофе себе сделать? Да, решила я все-таки попить кофе. Даже двойной себе сделаю. Потому что спать что-то вообще так хочется. Ну, кстати, зерна закончились. Еще мускатного ореха. И с Настюшкой посмотреть мультик про
индюка, вроде как называется. Сейчас посмотрю. Так, индюки назад в будущее. Ну, вроде такой интересный мультик. Приготовила запеканочку. Так что сейчас будем кушать. Вот, добавила немножко куркумы, чтобы она желтенькая стала. И сверху крем. Крем взбила сметану в блендере с сахаром. Что попробуем. Всем приятного аппетита. Несу раскладывать и вспомнила, что хотела сказать. Мы с Сергеем посмотрели фильм, он называется «Цветок пустыни», про модель, которая стала очень известной из... Ой, из какой страны? Сергей, из какой страны? Я забыла. Сомали. Во, Сомали. Короче, про модель из Сомали, которая жила в очень бедной семье, сбежала и стала очень популярной моделью. Очень понравился фильм, так что рекомендуем к просмотру. Все, раскладываю вещи и пойду Настюшу кормить. Ужин. Потом пойдем в ванну. Так что все. На этом сегодня все. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.